Здравствуйте, дорогие мои зрители! Итак, пришла посылка ко мне с чароитом, и к нему я вам покажу немножечко еще других изделий, в том числе и распродажку сегодня посмотрим. Итак, давайте, наверное, вот отсюда начнем. Вот такие сережечки, они не тяжелые. Так, вот так. Давайте посмотрим. Значит, около 4 грамм весит одна серьга. Обратная сторона. Швензы, заниженные, с заниженными штифтами. Вот такая красота. Значит, стоимость сережечек 3500 рублей. Покажу их близко-близко. Вот так. Почему-то у меня камера темнее показывает. Вот такой чароит. Чароит на подложечке, ну и серьги не тяжелые. То есть получается 4 грамма вес одной серьги. 3500. Следующая пара. Тоже 3500. Значит, серьги, камни чистые, без посторонних включений. Что это пара, что это. Значит, ни черных, ни желтых включений на них нет. Они отсутствуют. Значит, эта пара на петле. Серебро апробировано. 3500 рублей. Следующая пара. Вот такая красота. Вот они. Вот. Шелковые такие серьги. Очень красивые. Камень просто фантастика. Серьги на подложечках. Стоимость. Значит, вес одной серьги 5 грамм. Стоимость 4000 рублей. Вот такая фантастика. Еще фантастика. Вот так. Вот такая игра шикарная. 5,2 грамма вес одной серьги. Стоимость 4000 рублей. Серьги на подложечках. И еще одна пара. 4000. Без посторонних включений абсолютно. Тоже на подложечке. 4000 рублей стоят вот такие серьги. Значит, чтобы понятно стала длина серег, вот я покажу примерно вот так, 4,5 сантиметра. С чуть заниженным штифтом на любую мочку и на любой прокол. 4000 рублей. И есть у меня вот такая пара. Тоже, значит, с мелким рисунком. И я прошу прощения за технические неурядицы. Вот свет немножечко подвел. Значит, рисунок мелкий. Вот такие игривые сережечки. Значит, вес одной серьги примерно около 5 грамм. 5,6, 5,4. Вот они все, я их повзвешивала. Около 5 грамм. 5,2 может быть. То есть это не 10, это не 15. Это, наверное, уже не столь важно. Вот так. Значит, 5000 рублей стоит эта пара. И еще вторые серьги я сразу же покажу. Вот две пары, они по 5000 рублей. Вот так. Вот они тоже без посторонних включений. С вот такими шикарными камнями. Так, все сказала, все показала. Ну и последняя пара.
оставляла их себе. Камни просто фантастические. Работа тоже. Значит, стоимость этих сережек 10 тысяч рублей. Вот такая красота. Серьги на подложке. Обратная сторона. Вес одной серьги 8,5 грамм. Значит, их длина 5,5 сантиметров примерно. 5,3, может быть. Вот такая красота. Пришли они еще летом, но вы знаете, я поняла, что вот с лета я их надела один раз и, ну, скажем, ну, наверное, это не мой камень. Пусть кому-нибудь принесет радость и счастье. Итак, 10 тысяч рублей. Так, есть у меня еще вот такой набор. Я его как-то показывала уже. Значит, сегодня он у нас идет по распродаже. Это уворовит, это зеленый гранат. Стоимость его 6 тысяч рублей. Вес серьги 12,3 грамма. Вот так, очень много серебра. Тяжелый комплект. Вот так. И размер кольца 19. Вот так. 6 тысяч рублей. Вот так, с обратной стороны. Это авторская работа. Вот такая красота. Итак, пошли дальше. Давайте по кругу сначала пройдемся, потом все остальное будет. Серьги Шерл. Вес серьги 5,4 грамма. 3500 рублей. Ну, шерлы идут у нас без подложки. Это шерл, это черный турмалин. Вот такая красота. Есть у меня и более дорогие серьги, их мы чуть позже посмотрим. Вот смотрите, вот на этом камешке, вот видите, внутри была пустота, и вот она дала вот такую черточку на полировочке. Вот. Шерл очень сложно полировать, ну вот в частности я показываю. Итак, 3500 серьги Шерл, вес одной серьги 5,4 грамма. Так, длина серьги показываю. 4,5 сантиметра от места прокола. Еще у меня серьги на петле. Шерл. Вот такая красота. Вот так. Тоже вот здесь есть немножечко вот к концу черточки. Вот здесь. Ну, в общем-то, камни... Камни хорошие, камни гладкие. Так, эта пара стоит 5000 рублей. И вес одной серьги 9,6 грамма. Вот так на обратной стороне. Так, по кругу разобрались. Далее. Поехали. Серединочка. Чароид в серебре. Вот такое колечко, скромное, очень непритязательное. Размер его 17,5. Стоимость 1500 рублей. Серебро чароид. Вот так. Еще колечко. Вот такое с чернением. Обратная сторона пробы. 1500 рублей с чароидом. Вот так. Размер колечка 19. 1500 рублей. Еще колечко. Вот такое с двойным костом. Обратная сторона. Колечко это без пробы. 18
18 размер. 1500 рублей. Еще колечко. Тоже без пробы. Вот так. Размер 16,8. Ближе к 17. Если нужно будет, я его увеличу. Стоимость колечка 2000 рублей. Еще колечко. Еще красота. Значит, это кольцо без подложки. Кольцо высокое и кольцо дорогое. Так, 17,5 размер. Стоимость его 3500 рублей. Вот так. Еще колечко. Высокое и тоже без подложки. Пробы 19 размера. Вот так. 3500. Так, еще колечко. Значит, колечко на подложке. Вот так. Стоимость его 2500 рублей. И еще колечко. Вот такое. Так, колечко без пробы, колечко 18 размера. Стоимость его 2500 рублей. Так, и есть у меня вот таких, вот такой шикарный подвес. На подложечке подвес, стоимость его 2000 рублей. Еще подвес, еще вот такой красавец, шикарный. Значит, вот это темно-фиолетового цвета, черного, черных вкраплений здесь нет. Подвес без подложки, стоимость его 2500 рублей. Еще подвес, еще фантастика. Вот так. Обратная сторона, подложечка. Стоимость его 2500 рублей. И еще подвес. Тоже фантастика. Стоимость 2500 рублей. Вот так. Так, есть у меня колечко. Как-то оно осталось без внимания. Вернее, я с новой посылкой его не туда положила. Вот такой красавец. Очень мелкий рисунок. Вот, меняет. Видите, как цвет. Колечко без подложки. Стоимость его 2100 рублей. Так, с чароитом все. Итак, резной лабрадор. Вот такая фантастика. Вот так. Обратная сторона. Значит, лабрадор без подложки. Он играет и с изнаночной стороны, и с лицевой. Стоимость колечка 2500 рублей. Простите, подвеса 2500 рублей. Еще подвес, еще резьба. И еще фантастический лабрадор. Посмотрите, полупрозрачный. Еще и розовый. Так, фантастика это стоит 2000 рублей. Еще 2000. Вот так. Вот так. Подвесы идут по распродаже. И вот такая красота. Очень яркий, без подложки. Еще и с этой стороны играет. 1500 рублей. Еще колечко. Вот так. Серебро. Так, размер 18,2.
1500 рублей. Так, опалы. Вот такие у меня есть подвесочки маленькие. Смотрите. Вот так. И зелененьким, и желтеньким, и красненьким. Вот они. 1500 рублей. Так, лунный камень. Вот, смотрите, вот фиолетовым. Мы вот так играем. Размер колечка 19,5. 2000 рублей. Вот так. Вот такая подвесочка. Тоже с адуляром или с лунным камнем. Подвесочка стоит 1000 рублей. Еще подвеска. Тоже адуляр. Лунный камень. Вот он с фиолетовым. Ну, давай, 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 давай. Давай, покажись, какой ты красивый. Вот, вот, вот. Вот он, красавчик. Вот. Вот так. 1500 рублей. Он стесняется. Так, малахит. Серебро. Урал. Обратная сторона. Размер 18,2. 1000 рублей. Так, два колечка у меня есть с турмалином мужских. Вот турмалин рубелит. Пробы. Вот такая работа. Стоимость колечек по 1500 рублей. Размер первого колечка 19,5. И второго колечка, вот полихромничек, смотрите, дровитовая каемочка, вот такой шикарный, еще и играет, и переливается, пробы, вот такое оформление, и размер 22, 1500 рублей. Есть у меня еще два лабрадора. Вот такие красавцы. 1500 рублей стоит подвес. Обратная сторона. Это серебро. Вот так. Авторская работа. Вот так. И еще подвес. Тоже 1500 рублей. Вот такая красота. И еще вот так играет. И так. В общем, вот так. Обратная сторона. Авторская работа по 1500 рублей. И бирюза Монголия. Вот такой подвес. Тоже авторская работа. На подложечке стоимость 2000 рублей. Ну и завершает наш сегодняшний показ. Колечко Шерл с дровитом. Вот смотрите, видите, зелененький дровит сверху. Вот. Ну и все остальное Шерл. Вот так. Вот оно. Вот. И играет. Очень живое. Вот. И вот такая авторская, очень интересная работа. Размер кольца у нас 20. Вот так. Стоимость этого колечка 3000 рублей. На этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы. Всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна. Вот так еще покажу. Вот все то, что мы с вами посмотрели. Всего вам доброго!